Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Мы сегодня гонимся в Костку. Фимочка, так, я вам подожди, так и скажу. Подожди, сейчас будет анекдот дня. Ой, котейка моя прочитала. Где ты прочитала? Поделись. Я уже не помню. Так, подожди, давай встанем, чтобы не мешать лицам. Поржем нормально. Давай, анекдот. Фимочка, я вам так и скажу. Вы вчера, конечно, на пляже произвели фурор, но стринги надо надевать узкой полосочкой назад. Поэтому, я ночью прочитала. Мы купили стринги вот такие. Я ночью прочитала, мне что-то рассмешило. Так, ну что? Заходим, короче, идем за хлебом, заходим в чипсоряд. Нет, какой-то ряд мы должны зайти, и я бы еще хотела посмотреть. Нам мед надо купить. Мед. Хорошо, что я вспомнил. А может, мы тут на украинский, когда поедем на какую-нибудь гречку? Зань, нам украинский тоже надо купить, но одно другому не мешает и не заменяет. Вот видишь, мужчина берет наш мед, надо быстрее идти, пока он не закончился. Самый вкусненький мед, самый лучший мед, который мы можем очень-очень рекомендовать. Он пахнет, он очень вкусный. 11,99 за? 2,27. Короче, за большую банку. Попробовали мы несколько, остановились на этом. Да, ну подожди, но еще очень вкусный этот, который мы украинский, мы уже. Ну так мы рассказывали про него, да. Так, это Маришка хапает. Дети любят такие у нас эти, как они называются, панкейки. Ты 10 Б хочешь, да. Не большую? Нет, 10 я обычно беру. Бывает 5 и 10. Я беру 10, потому что. Подними сыр вот туда, брось на это самое. А это поставь. Так. В этот ряд идем? Да, потом 10. Туда. Куда ты смотришь? Нет, все-таки я на Алиэкспрессе закажу тебе такие носочки. Ну, давай. Я тебе показываю. Что-то все на канистры смотрят, берут, я видел уже. Нам не надо такие? Нет, вот нам не надо брать все, чтобы стоять. Подожди, что это? Тихо, как ты ставь мне это сам. Просто я уже ни одного человека вижу. И что? Может, нам тоже надо закинуть. Так, зайка, не толкай мне тачку, тяжело пустить. Ты мне мешаешь и не помогаешь. Нам чипсов надо купить. Вот, нам не надо покупать. Вот, бери этот пакет чипсов, пожалуйста. Чипсоед. 3,59 вот за такую бандуру. Скажи, какой там вес, я вижу. Кило 360. За 3,59. Давай вот этот рядочек пройдем, потому что... А по чипсам? Сереж, нам не нужны чипсы. Нам нужны чипсы. У нас сегодня третья часть «Терминатора», я хочу его есть с чипсами. Вот у нас, когда мы с детьми смотрим, мы знаем, как это... Здравствуйте, осторожно. Без чипсов. Thank you. Вы не умеете проводить правильно мувинайт. Так я пока не увидел, нет, это не хочу. Нам дочь надо купить, во-первых, эти, она какие любит, Vegetable. Вот эти мы будем потом брать, когда сейлик на них встанет, да? Пойдем кроссовки посмотрим, какие можно купить. Да, ты же говорил, какие-то кроссовки будут классные. Да, да, будут. Подожди, осторожно, вот я хочу посмотреть. Сегодня. А, там Adidas, по-моему, был. Можно купить вот такую филу за $20. Оп. Оп. Очень прикольная. Так. И вот такие вот, это я понимаю, женские, наверное. Атлетик. Кажется, на $20. Сейчас Маришка что-то там нашла. Пойдем посмотрим. Нет, зайка, это не то. Это Reebok у нас. Но они такие легенькие, мне понравились. Reebok 25. Женский Reebok 20. Нет, мы ищем, будет Adidas, он, наверное, потом будет.
А нет, пума или что-то. Ну, короче, что-то белое кожаное мы хотели покупать. Но, видимо, этого еще нет. А что тут PlayStation наладили? PlayStation на 1 терабайт $350. Что ты хочешь почитать? Обычно на первые выкладывают всякие популярные такие книги. Я хотела... Ну, давай. Я хотела посмотреть. Катарине очень понравилось... А ты выкладывала? Вот это очень вкусное печенье. 12.49. Ты не делал ролик, где мы ходили в этот там... Вот этот мужчина все время за нами ходит. От школьного диспетчера куда мы ходили? Где дети имели возможность пообщаться с разными 30, по-моему, авторами книг. Нет, мы, наверное, не делали. Мы берем вот такие вот сосисочки. А мы нам тогда не делали ролик. Не делал, да. 7.99, короче, вот за такой коробас сосисок. Это Сашка у нас их любит. Где-то в середине января, по-моему, нам всем родителям от нашего школьного диспетчера заслали... что кто хочет, может заполнить форму, и летом будет однодневный кемпинг с 8 утра до 12 часов. И у детей была возможность общаться с разными авторами, ну, писателями книг, задавать им разные вопросы, и потом им по прошествии этого кемпинга дарили золотой билет. Потом они все шли в один огромный спортивный зал, и там были расставлены столы. Ты предъявляешь золотой билет тому автору, который тебе больше всего понравился, и он тебе дарит свою книгу, ее подписывай, или вставь там, где Антоша и Катариша подписывают. Вот. И Катаринке очень понравилась книга, которую, ну, она сама ее выбирала, автор ей этот очень понравился. Я думала там книги ее посмотреть, чтобы купить Катаринке еще. Потому что, ну, да, что-то я не подумала, ну, да, про Амазон. Ну, Амазон рулит. Ну, в общем, классное мероприятие. Сегодня прошла конференция, на которой Маришка чему-то училась, а дети получили вот такие замечательные книги. Которые им подписали авторы, дети, откройте, покажите. Что за книга? Что за автор? Антош, о чем книжка эта? Про мальчика. Он старается его папу обратно получить, потому что... Случилось такая вещь, что время сломалось само, и времена, типа как 1800s и 2000s, они вместе попались, и здесь его и новые его друзья даже спросили его папу, может какой-то дядя его забрал. А ты о чем получил Катарина книжку? The Memory Keeper. Что это значит? Ну, давайте о том, книжку на кухне. Сейчас успеем. Это внутри книжки. Там одна девочка, какая имеет это memory, какая может все помнить. Типа она может так back in time идти с нее головой. Uh-huh. Она может помнить, что она делала и чувствовала на, например, на Monday. Uh-huh. И это ее бабушка. Losing her memory. Потеряла память? Понятно. Ну, почти. Вам понравилась конференция? Да. Мама, тебе понравилась конференция? Я Сашка. В конце всплакнула. Мы показывали фильм про большую ярмарку, где участвуют дети, ученые со всех... Ну что, со за всех, меня всех не смотрите? Со всех. Из всех стран мира. И в конце был такой момент, когда уже оглашали, кто выиграл. Это был фильм от 2017 года. Кто занял первое место. И, в общем, там мальчик так эмоционально реагировал. Прям, и я чуть не всплакнула. Из Германии мальчик. Вот. А мы находились в Торренс High School. На вот такой модной конференции.
что я хочу сказать. Такие мероприятия нужны. Если честно, когда я заполняла туда бумаги, я думала, а вдруг детям будет, ну, неинтересно, что ли. Короче, Антоша после этого начал книгу писать. Да. Ну, вот ты все рассказываешь за меня, не хочу с тобой дружить. Все. Ну, в общем, это очень вырывает детей из всяких их электронных гаджетов. Нет, стой за... на месте, пожалуйста, мы еще не взяли все. Так ты стань, прижмись, пускай нас объедут. Боже мой, мы ж не это самое. Короче, это очень хорошо детей отрывает и задает им какой-то импульс, дает им что-то новое. Зай, ну это в принципе новое. Мне поэтому кажется, надо на всякие мероприятия такие ходить. Одно дело даже как-то сходить, ну от чего-то там, в тот же там зоопарке, какие-то вот такое там. Вот сейчас мы еще пойдем на, от Home Depot проводит классы, как там, что-нибудь, кормушку для птичек будет там делать. В общем, какие-то такое ощущение, что мы везде занимаемся. Мешаем. Ну, так... Это где не станешь, закон толпы, это да. Зай, помнишь, как мы уже его вычислили раньше? Поэтому давай переходим к продуктовому влогу. Вот такие, да. Будут они стоить 3,99. Такие вот лепешки, с которых Катаринка делает буррито. Так, ты хочешь взять, зайка? Нет, питы просто. Питы иди бери. 3,49 она у нас стоит, да? Берем питы, с которых можно питы делать. Пиццы. Питы, чтобы делать пиццы. Блин, тачка у нас сегодня стала. Ну это все из-за воды, она полная и тяжелая становится. Так, нам надо хлеб обязательно. А булки не будем на бургеры брать? Нет, не будем. Не будем. Почему мы так категорично, зайка, не будем? Берем вот этот хлебушек. 7,79. Там две булочки. А сколько вес у него, скажи? Полтора килограмма. Очень хорошо. А почему ты не хочешь бургеры делать? Да, ну зачем? Мы это взяли. Почему не делать? Ассортимент. А с собой в этот самый нам не надо бегать бургеры? Может, мы наделали с собой их, да? В конфетный ряд идем? Какой наш следующий ряд идем? Все, наверное. То есть это все? А почему мы здесь не увидели эти напитки, которые хотели? А мы их... наверное, все время и берем в этом. Пошли там, посмотрим. Пошли покупать свои газированные напитки. Бескалорийные, вкусные и полезные, но их нет. И мы решили взять вот такие на пробу, на попробу. Посмотрим на них дома, потому что... Ну, потому что дома сделаем распаковку. Давай вместе поставим. Опа! Вот, возьмем. Короче, мы спросили у людей, которые брали, они их знают. Ну как знают, мы, короче, видим, что они берут с таким видом, как будто они пришли. Да, они, ну они, короче, направленно пришли, два мужчины. Папа с сыном их, короче, брали, и Маришка подошла, спросила, газированные они или нет. Сын сказал, что они просто, типа, как сок. Но они без сахара, они бескалорийные. В общем, состав посмотрим дома и попробуем, может, дети наши будут пить их тоже. Там, кстати, там эти Red Bull, которые мы будем покупать в следующий раз, немножко через неделю, да? Позже, потому что через неделю уже пришла... Будут большие сейлы в Костке. Как это называется? Вон, смотри, там айс стоит. Вон это... айс стоит, да. Это вот то, что мы ищем, только это настоящее, а нам нужен Kirkland, который подделка. Короче, вот этот айс, это почти то, что нам надо. Но он, видите, спарклинг, это хорошо. Но мы хотим немножко другой. Ну что, там нету? Там пошла собачья еда, да? Ну, значит, заскочим в бизнес-центр, когда за очками поедем. А это испытаем. Катаринка будет рада провести испытание. Так, сегодня еще у нас вот такая вот сладость попадает. Очень неплохой сейлик, 5,99, шокопайчики. Зайка, закидывай это одной рукой. Кидай вот сюда, наверное. Дети шокопайчики любят, пускай пошокопается немножко. Так, мы будем собрать, не будем зайти. Не будем, шокопай взяли. Нет, потому что отдохнуть не выбрала, не могу. Купила тушь, очень неудачную. Maybelline, супер какой-то мега объем там чего-то, да. И она с ворсинками, с каким-то. И, в общем, я такое ощущение чувствую, что я ее выкинула. Зай, ну, короче, подожди, она с ворсинками, наверное, для того, чтобы делать объем. Ну, короче, мне придавать
на одну волосинку вешать три волосинки, чтобы казалось, что у тебя больше объем. У меня такое ощущение, что сейчас глазоньки выпадут. Глаза, короче, волосатые а стали. А почему M&M's покупать не будем? Потому что, когда нет M&M's, они подъедают другой. А у нас там еще очень много Starburst'а. Да, идем за солеными, за золотыми. Блин, ну ты подумай, слушай. Ну, волосатые глаза просто побрить надо. Ну, так да, надо было бы. Короче, идем еще за солеными орешками и на кассу. Мы в ореховом ряду. Смотрите, вот такие цены бывают. Я медленно буду идти специально. Маришка уже подхватила наши орехи. Мы берем вот такие за 6,69. Арахисы большие, золотые. Я фисташки вес хотел вот посмотреть. А зачем? А, узнать. Ну ставь куда-нибудь, просто кидай. Все, идем в кассу. Вон, иду к тому мужчине. Не, выбирай ты к кому. Вот, вон, быстрее, помоги мне. Блин, они закрыты. Ёшкин кот. Тогда в 13-ю. В прошлый раз Маришка выбрала кассу, блин, пустую. И мы в ней отстояли сколько, блин? Минут 15? Ладно, все, будем все выкладывать, показывать, а потом вам расскажем. Закончили мы наши покупочки. Потратили $186.75. Ну, я когда видел нашу тачку, думал, что будет гораздо это больше. Это вода просто, ты ее тягал, ну, да. Тебе тяжело. На самом деле занимает очень много места, получается, она вот снизу давит, потом тут два ящика, еще вот ящик воды мы взяли, Маришку зацепили еще йогурты, да, там пока шли за напитками, увидели, ну вернее, ну да, это напитки, это и не соки, и не газировка, в общем, такие вот напитки, мы бы хотели, чтобы они немножко с газиком были, но тут не было и решили взять. А мы попробуем, вдруг да, этим понравится. Вдруг понравится, так может тогда и без газиков будем такие брать, они, короче, на основе соков. Те, которые мы брали, они тоже, как бы, наверное, на основе соков, но они, наверное, больше такие, ну... А мне нравится, что те газированные, я сама люблю. Да. А мне нравится, что они без сахара и без калорийные. Вот, ну, в общем, так нормально мы набрали, и я скажу, что я ожидал, что сумма будет больше, потому что мы взяли два десерта, мы взяли два вида сыра, мы взяли три вида хлеба, взяли два вида мяса, скажем так, эти chicken nuggets и... Что там, как они называются, эти рыбные палочки, которые не на, которые настоящие, а не имитация. Сметана, творог. Да, зачем ты опять это все называешь? Ну, в общем, мне кажется, я просто хочу сказать, что как-то мы накидали такую приличную тачку, в общем-то, всего набрали, скажем так, если сегодня это кинуть в холодильник, то это не на один день. Ну, конечно, шокопай еще. В общем, набрали. Прям шокопай. Стратегический продукт. Следом выйдет распаковка. Распаковка должна быть интересная, потому что будем пробовать пару новых товаров. Ну все, а на этом наша костка закрыта. Пишите ваши комментарии. Увидимся в Самсе. Может, еще до Самса. Увидимся в интернете. А в Самс-клабе мы, само собой, увидимся. Ну все, пока, до встречи, бай-бай. Вы были на канале. Чаще в Лоди записывать надо. Ну, в общем, там написано будет, на каком канале. Все, пока.